Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем проходить безумную игру Beast Battle Simulator. И сегодня у нас будет финал, осталось 3 миссии. Давайте смотреть, что нас там ждет дальше. А, динозавры то ли возвращаются, то ли нападают. Время для динозавров. В общем, отправь этих ублюдков, накажи их, отправь их куда подальше. Они, в общем... Они охерели. Тебе нужно их наказать. Окей, сейчас будем смотреть. Сейчас будем смотреть, как можно с ними разобраться. Ребятушки, финал. Сегодня финал. Наконец-таки. Дождались. Так, вообще-то, конечно, 30 уровней пролетело очень быстро. Прям махом. Вроде только начинали, уже все. 7600 деньжат у нас. Чисто такое, знаете, столкновение с динозаврами. Они всех собрали, они собрали всех абсолютно. Я думаю, мы тут с ними сейчас по-быстрому разберемся. Без особых проблем. Так, 21 век у нас на дворе. Берем сразу два миниганчика. И для массовочки... А, кстати, давай попробуем чисто миниганы. Чисто миниганы против них всех. Так, сюда, сюда. У нас там не хватает немножечко. И огнемет. Вот так вот, чтобы он тут немножко их поджег. Я, конечно, понимаю, что его сейчас быстро разнесут, но все же. Опять у нас 21 век, динозавры. Кто кого? Так, понеслась. Он их поджег, прекрасно. Их нужно поджечь, чтобы они горели. Ну это несерьезно. Так, их тут пацаны, конечно, что-то пытаются сделать, они долбят, надо их быстрее вынести. Так, давай, 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 миниганчики, давай, да, вон там мелкие пиздюки, надо его вынести. Ученыш, а? Выноси его. Хорош! 21 век все-таки рулит, ребят. Все эти технологии выносят динозавров просто на ура. Динозавры просто падают. Так, замечательно, у нас 29 левел. Еще два левела, ребят, два уровня и все. Trouble Down Under. Кенгуру и крокодилы... хотят на тебя напасть. Не дай им это сделать. Останови этих ублюдков. Остановитесь. Сейчас будем смотреть. Надеюсь, что все получится. Да что надеюсь, все будет хорошо. Сейчас мы их накажем. Конечно, 1500 не так много, но все же. Мы сами выбирались и не из такой задницы. Когда были гориллы, помните, вот там была полнейшая задница. Сейчас, я думаю, без особых проблем мы с ними справимся. Так. Крокодилы довольно-таки быстренькие, особенно кенгуру. Очень быстрые будут. Ну, возьмем, давайте, шотган. Не, шотган как-то заходит. Он очень долго стреляет. Лучше, конечно, миниган. Давай миниган поставим. Куда-нибудь вот сюда, в уголок. И для массовочки опять нам понадобится... Кто нам понадобится? Горилл нам понадобится. Наши старые друзья. Блин, что-то как-то... Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Может, что и получится. Так, миниган. Давай. Горилл там уже почти все разорились, как я вижу, да, издалека. Попробуем. Ой, там целая армия такая идет. Там просто их... Ой, кенгуру, как они быстро бегают. Ублюдки. Нет, пацаны. Это было больно. Нет. Что-то не то. Гориллы здесь плохо зашли. Гориллы здесь зашли плохо. Так, хорошо. Попробуем-то грубой силой их взять. Попробуем их взять грубой силой. Кто у нас тут есть? Динозаврики имеются, кстати. Так, 300, 300. Блин, слабовато, конечно. Ну, давай попробуем. Может, они что-нибудь и смогут сделать. Конечно, их мало. Их маловато, но все же. Твою мать, а. Да ладно, получилось? Они просто их размозжили. Ты посмотри, они просто их наказали, просто раздавили. Ах, я думал, мы проиграем здесь. Какой-то левел вообще очень легкий. Какого хрена? Это разве... Это, можно сказать, было, можно сказать, предпоследний левел. Тут должна быть, была быть такая жесть. Какой-то совсем простенький уровень у нас получился. Ладно, идем дальше. Последний левел. Так, ребят, последний уровень. Фу, я даже боюсь смотреть, что у нас там такое. Что у нас там такого интересного? Ну, давай посмотрим уже, что там в финале нас ждет. Фу. Ага. Мировая война здесь. Так. Так.
типа... Альянс собран, накажи их всех, отправь их в самую задницу, напишут. Хорошо, тут у него собрали всех животных, абсолютно всех, кто есть. Ну, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Не хватает на самом деле кенгуру. О, кенгуру говорю. О, кстати, поменяли карту нам. Поменяли карту чуть-чуть. Ух ты ж, нифига, тут у нас такая область огроменная просто. Ну, это не серьезно, это... Это разве финал? Это вообще не серьезно, это просто какое-то говно. Мы их тут вынесем просто на раз-два. Это очень легко, ребят. Это очень легко. Так, мы сейчас сделаем вот так. Миниган. Два минигана. Ставим вот сюда. Значит, принимают у нас. Кто принимает? Вообще, конечно, тут, знаете, как надо было сделать? Просто нужно было убрать вот эти вот все миниганы, шотганы, лазеры всякие. Надо было просто их всех убрать и оставить, например, только животных. Было бы намного сложнее, как мне кажется. Ну и динозавров, конечно, тоже можно было оставить. Или убрать. Было бы еще интереснее, было бы сложнее намного. А сейчас, я думаю, мы с ними разберемся прям без проблем. Без особых проблем, тут ничего такого нету. Ничего такого сверхъестественного. Так, это нам не надо. Такс. Значит, у нас есть ресурсы, берем огнемет, ставим огнемет вот сюда, вот так вот, на первые ряды. Далее, значит, у нас для массовочки пойдут, знаете кто? У нас пойдут... Кто у нас пойдет? Кто у нас пойдет? Давай возьмем два тирекса. Два тирекса. В принципе, неплохой вариант будет. И 1200 еще монет у нас осталось. Медведи, не, медведи здесь как-то не особо зайдут, мне кажется. Давай, знаешь... Кого бы... Гориллы тоже. Вот эти первые, конечно, сейчас все слягут. Но дальше пойдет тяжелая артиллерия такая. Надо что-то как-нибудь такое поинтересненькое. Блин, опять же, ресурсов у нас маловато. Ресурсов у нас маловато. Крокодилы. Давай крокодилы поставим. Пусть будут. Не знаю зачем, но пусть стоят. Как вариант. Вот так вот сделаем. Ну что, ребят, финальная битва. Не знаю, справимся, не справимся. Но посмотрим. По крайней мере, здесь будет намного проще. Я думаю, будет сложнее намного. Что-нибудь там придумают разработчики такого интересненького. Какого-нибудь босса, может быть, поставили бы они. Но нет. Оказалось, все намного проще. Ладно, поехали. Так, там у нас началась веселуха. Я пока беру шотган под свой контроль. И начинаю их носить издалека. Так, тирексы, вы что там попадали-то сразу? Так, тихо. Готово. Все попадали почти. Почти все попадали, есть шанс, ребят. Так, блин, конечно, вот эту птицу бы вынести. Было вообще шикарно. Так, она сама... А, нет, я думал, она сама разбилась. Но нет, она пока еще жива. Так, там вроде никого уже не осталось. Ёб твою мать, ты что делаешь? Ни хрена себе. Сука, зебра осталась. Зебра, стой. Нет. А, это ослик. Ёб твою мать. Сука, одна птица осталась. Один этот, как его, птеродактиль. Сучёныш, а. Окей. Окей, птеродактиль это дело такое, конечно. Давай попробуем еще раз. В принципе, план-то идет хорошо. На что в этот... О! Прекрасно! Птеродактиль загорелся. Замечательно. А, там он сгорел. Это вроде пингвин был. На лету так залетел неплохо. Так. Давай. Тирексы все попадали, кстати. Это плохо. Тирексы все попадали, но не горят. Они почти все горят, кроме здорового. Кроме здоровяка. Журавщик там ходит. Чего вообще происходит? Ну, здорово загорелся. Все, ребят, мы выиграли. Здорово загорелся. Но это очень легкая миссия получилась. Для финала как-то не годится. Разработчики, конечно, здесь что-то как-то меня немножко разочаровали. Такой финальной миссии. Получилось так себе. Все? Или что? Или еще не все? Да, все, мы с вами затащили. Замечательно. Просто. Фу. Так, вы открыли короля пингвинов. Да ладно. Серьезно? Ни хрена себе. Ну-ка давай посмотрим. Король пингвинов, ребят, нам доступен.
Фу, давайте я скажу пару слов по поводу того, что, почему такой финал у нас оказался. Я думал, что мы тут оставили специально целую серию отдельно, чтобы пройти этот финал. Думал, там будет полная жесть, полная жопа. Думал, там мы будем где-то минут 15-20 с этим делом разбираться. Но нет, оказалось все намного проще, намного легче. Я даже не ожидал этого. Думал, как-то будет посерьезнее, посильнее, что ли. Оказалось все очень просто. По игре, конечно, игра просто шедевральная, ребятушки. Отличный симулятор, я такого еще не видал. Сделано все очень классно. Конечно, бывает местами игра подтупливает, какие-то лаги. Но это не... Это так. Это мелочи. Вообще сделано очень классно. Тут и футбол, и сражения всех животных, динозавров, лазеров, шотганов всяких разных. В общем, игра очень классная. Всем советую, качайте и играйте. Игра очень интересная. Можно найти ее, конечно, в интернете без проблем. Горилла, это, конечно, да, это жесть. Я даже не хочу к ним возвращаться снова. Я хочу попробовать пингвинов сейчас. Нам дали пингвинов, хочу посмотреть на них, что они из себя представляют. Сейчас я выберу какой-нибудь левел поинтереснее, какой-нибудь такой. Во, давай с этими мелкими пиздюками сейчас побегаем. Пингвины. Король пингвинов, ребят. Сколько будет стоить? Сейчас посмотрим. Так, ну здесь я помню, да. Тут у нас будут три волны. Это я дело помню. Да, три волны мелких ублюдков. Блин, нам дается всего чуть-чуть. Нам дается чуть-чуть. А, король пингвина стоит 600 всего. А чё так мало? Я думал побольше. Посмотри на него, какой красавец, а. Какой красавчик. Так, подожди-ка. Горилла, давай горилла. Не, подожди. Где горилла? Вот. Да, блин, где горилла? Лазеры. Остальное все по-старому у нас осталось. Угу. Так, ладненько. А вот гориллы. Что-то я как-то их пропустил. Так. Давай поиграем за пингвина. Он их просто расплющил. Давай, чувак, как-то бы еще управлять. Так, еще одна пошла партия. Еще одна партиечка пошла. Мне кажется, они не справятся с пингвином. Пингвин сейчас всем тут наваляет. Давай, давай, давай. Он как-то управляется вообще дико. Очень необычно и неудобно. Чувак, давай вставай. Две ты говно. По-моему, остался... А, нет, это все. Я думал, еще одна волна осталась. Оказалось, что нет. Так, пингвинчик. Пингвинчик, красавчик. Так, давайте я попробую, знаете что? Мне у нас там была миссия... Вот, 20-й левел. Пингвин на пингвина. Давайте поставим. Я хочу посмотреть, что вообще из этого получится. Дикая вакханалия, конечно. Но интересно. Так. Сколько там было по деньгам, я не помню. Сейчас посмотрим. Так, ну давай глянем. А, 1300 всего. Давай-то сейчас поставим. А, здесь их нельзя использовать. Блин, а. Блин, ладно, ладно. Ну да, это было как-то нелогично. Поставить их пингвины на пингвины, это не то. Так, а давай сейчас поставим их в финале, этих пингвинов. Это, конечно, будет полная вакханалия, полный трэш, но все же. Сейчас поставим. Так, ну чё? Ну, конечно, финальная миссия, блин, ну разработчики... Я немножко огорчился, то, что они сделали такой финал. Ни о чемный. Армия королей пингвинов идет в бой. Пытаются захватить все на своем пути. Узнаем мы сегодня, получится у них или же все это говно. Так, ну чё, пингвины, куча пингвинов против всех животных, которые имеются здесь. Так, поехали, мясо, понеслась, давай, давай. Мне кажется, пингвины не выиграют. Что-то мне так кажется, они тут просто прострут. Они быстро почему-то падают. Они быстро умирают. Ну да. Просто разнесли. Не, их выносят жестко. Хотя, не-не-не, пингвины здесь просто простирают пух и прах. Нет! Нет-нет-нет, я их тут немножко недооценил. Шансы есть.
Я с удовольствием тут здорово быстренько вынесут здоровяка этого. Он неуклюжий, он очень медленный, а пингвинов очень много. Так, чувак, давай я тобой поуправляю. Какой ты неповоротливый парень. Какой ты неповоротливый. Давай, ложись уже. Куда ты полетел? Куда ты? Ах. Так, 4 пингвина еще осталось. Вставай же, парень. Вставай, давай. Давай, давай, давай. Тут, кстати, спорно. Может быть, он сейчас задавит всех моих пингвинов. Капец, они неуклюжие. Это, конечно, да. Что-то с чем-то. Пингвин просто разбился. Какого хрена? Так. Че ты стоишь? Давай разгоняйся. Ой, ими, конечно, управлять просто нереально. Управлять ими это просто... Непонятно, как ими управлять, очень неудобно. Так, ну чё? Хорош! Завалил его. Красавчик, красавчик. Вынес его. Лучший. А, какого хрена? Что за финальная миссия была? Хотел вам сейчас сказать динозаврик. Да, вот такая миссия. Вот такая говняная миссия получилась финальная. Ну не очень, ребят. Насчет финальной миссии получилось не очень... А вообще, сама по себе игра классная, конечно. Ладно, ребятушки, я буду с вами прощаться. Всем спасибо, кто был, кто смотрел это прохождение. Мне было очень приятно. Спасибо всем, кто оставлял комментарии, кто ставил лайки. Кстати, ребят, если вам понравилась эта игра в целом, поставьте, пожалуйста, лайкусик. И, конечно, пишите ваши комментарии, как вам игра и как вам финальная миссия. Как по мне, сделали очень слабенько. Ладно, ребятушки, это была игра Beast Battle Simulator. Надеюсь, что разработчики выпустят какое-нибудь обновление, в котором будет очень много новых уровней. По крайней мере, это интересно. Фух, ладно, все, ребят. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока. Услышимся в следующих прохождениях. Пока-пока.